Иксон, привет. Обустроили нашу бытовочку. Вот так вот. Привет. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Вот у нас букет из укропа, из мяты, из лука. И еще вот сколько цветов. А это полевые цветочки. Друзья, сидим, сейчас пьем вкуснейший мятный чай. Приготовлен на нашей горелочке. И, собственно, вот так вот мы уже обустроились. Эту свечу мы здесь зажигаем. Полочку сделали. А вот здесь наша кровать. А тут дети сейчас дурачатся. Нет. Ох, что вы здесь тут натворили? Мы массаж делаем. Здесь тоже повесили свечку, обшили по кругу. Ну, не бейтесь, не деритесь, не деритесь. Обшили вот все здесь пенопластом и пленочкой вот этой, вот, которую крышу накрывали. Парабарьер называется. Нет? Ну и вот здесь вот у нас вот из досок мы сделали такие вот нары или кровать, как она называется. Здесь вот мы вот так вот делаем плащ-палатку. И в спальне, как мы вот здесь спим. Правда, дети здесь все вот тут взорвали. Взорвали наши. Да. Нашу постель. Сделайте здесь, чтобы все аккуратненько было. Так, снизу, друзья, у нас здесь стоят инструменты. Взял щеколду, поставил замок. Эту дверь мы вообще нашли. Она лежала рядом с мусоркой. Вот такая вот дверь страшная, конечно. Вот. Раз, там замочек. На солнечных батареях у нас фонарь. И когда кто-то подходит ночью, нашего домика, фонарик зажигается. Друзья, здесь я вот пытаюсь сейчас выложить все это камнем вот тут вот рядом с нашей бытовкой. Здесь я сегодня планирую сделать ступеньки на участок. Там уже, видите, первый ряд выкладываем. Ну, я потом это все сделаю, как все начиналось сначала, как мы рыли это все дело, делали фундамент. Это я все сделаю отдельным роликом. Сейчас пока это не хочу я все показывать. Вот. Это на будущее уже. Ну, вот здесь вот все поубираю, потому что я тут и столик делал. Здесь у меня такой рабочий беспорядок. Запенили щели. Стоит рядом с бытовочкой наш генератор для электричества, чтобы пользоваться болгаркой, шуруповертом и всеми инструментами, которые работают от электричества. Ну, собственно, вот задули, все позадували. Профиль загнул, потому что, ну, страшно. Дети везде лазят, и, ну, можно очень порезаться об нее. Как бы крыша выполняет свои функции. После вкусного обеда моем посуду. Солнышко так хорошо. Да, тепленько. Хочу вам показать, как дети развлекаются. Взяли старенький мотоциклик Ленькин. Залазят они на горочку. Садятся вдвоем. И погнали. Круто. Не дай. Сейчас мы вам все скажем. Это было очень круто. Так быстро мчали, как ветер. Не, быстрее. А тебе как? Амайна. Ребят, посмотрите, мы здесь уже сделали ступеньки на второй ярус. Выложили все.
камушка. Мы нашли вот так вот сделали все красивенько. Ребят, у нас отводятся вот такие вот красивые жуки. Фиолетовые. И черные. Как-то помнил его название, забыл. Давайте, кто знает, пишите в комментарии, как называется этот красивый жук. Водится он на Петровских высотах, ну, собственно, по всему Крыму, вот в полях. Вот такой вот красоте. Большой такой прям. Вот так вот он лазит по горам, по скалам. Жук-скалолаз. Все, ушел. Ну, собственно, вот так вот. Вы что, домой собираетесь? Будем дальше еще все доделывать, обустраивать. Ну, пока что вот уже для жизни все как бы есть. Я поехал, мам, пока. А, еще не забыл, поставим еще раковину с водой. Может, еще доработаем что-нибудь здесь. Ну, в принципе, для жизни уже как бы сойдет. Летом здесь прям хорошо. Ну, вот так. Все, ребят, всем спасибо за обзор нашей бытовочки. Ставьте лайки. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Всем пока.